Батя вернулся. Капец. Батя, конечно, вернулся. Avian Production. Всем привет, с вами, как обычно, я, Avian. И сегодня у нас хоррор под названием «Что-то вылезло из подвала». И давайте начнем вот, begin, начать. Так, собственно, что здесь есть? Такая ламповая комната, саундтрек. Ну, тут даже саундтрек есть. Интересно. Тут что закрыто, скоро появится. А, то есть саундтреки еще недоступны. Ну, давайте в лобби. Здесь у нас что? Информация. Ого. Вот это саундтрек. Это создатель карты. Это у нас кто? Игровой разработчик. А это кто создавал карту, я так понял. Все, саундтрек появился. Это начать кнопка, это экстра. Но тут у нас пусто. Потому что ничего еще нет. Давайте в лобби. Все, начать. Так, правила и функции. Посмотрим сейчас, что нам надо. FOV 70, аудио-музыка на 0. Используя читы, когда умрешь, не возвращаться в лобби. А, только возвращаться в лобби можно, когда умрешь, понятно. Не используй читы на убийство себя, точнее не убивай. Ну, читы, чтобы килл прописывать. Карта не поддерживает мультиплеер. Некоторые объекты могут быть сломаны в использовании. Ну, это понятно, то есть это бета. Так, первое, это что, закрыто. Продолжить, продолжение следует, продолжение следует. Ну что ж, давайте тогда сюда. Нифига себе, нифига себе, нифига себе. Вот это функции в Майнкрафте, офигеть. Ну что ж, начнем. Загрузка. Готово. Так. Смотрим. Мы сейчас проснулись, я так понял. Вот кроватка наша стоит. Тут у нас получается окно. Там дом какой-то кирпичный, темно. Блин, атмосферно, атмосферно. Я, кстати, попробую свою хоррор-карту как-нибудь создать. Но это будет тяжеловато. Шкаф. Наверное, прятаться надо будет. Это у нас что, электричество, я так понял. Свет. Да. Ну, давайте, пусть будет включен. Выходим тогда. Тут у нас живет Грим. А Грим это кто? Это брат, наверное, наш. Грим, здорово. Брат, что там, что сказано? Уходи из моей комнаты или что? Понял. Ладно, я тебе свет выключу тогда. Спи спокойно. Не буду тебе мешать. Пойду в ванную, наверное, умоюсь. Просто проснулся. Ну, типа умылся, да. Это у нас что такое? Как будто инкубатор для каких-то зараженных. Понял. Ну и свет пусть здесь будет выключен. Тут я оставлю свет. А это что? А, это свет в коридоре на лестнице, на лестничной клетке. Так, значит, спускаемся. Это у нас кто? Это у нас, я так понял, папа. Я уйду на работу купить сигарет. А, я иду купить сигарет. Ну, типа типичный такой. Офигеть. Ложись спать в 10 часов. Понял. Все, он исчез только что прям. Пошел на работу. Блин, капец, вот это Майнкрафт вышел, конечно же. 9:55, через 5 минут мне надо идти спать. Но я хочу телек посмотреть сначала. Он работает? Нет. Телефон у нас тут даже есть. Охренеть, вот эта карта, конечно же. Офигеть, просто респект. Я туда не могу зайти. На кухне у нас что есть? Прикольно, прикольно.
Слушайте, карта офигенская просто. Это чё? Я должен пойти в кровать. Ну хорошо, я пошел. Я послушный мальчик, поэтому пойду спать. Все, пора спать. Вот я ложусь на постель, закрываю глаза, и все, я на кровати. Все, я сплю, типа. Че это за звук был? Капец, звуки страшные, блин. У меня аж мурашки по коже. Что это за шум? С первого этажа, не так ли? Пойдем проверять. Мне это не нравится. Время сколько уже? 11:12. Офигеть, я час поспал всего лишь. Это отсюда? Или вот отсюда? О, тут есть ключ. Я его подобрал. Еще одна ванна. Я так понимаю, душевая кабина, да? Ладно, окей, окей. Откуда шум идет? Мне вот нравятся вот такие дома, наподобие сделаны. Очень прям канонично. Это что, подвал? Дверь открыта. И какой-то... Я не хочу туда спускаться. У нас карта называется «Что-то вылезло из подвала». Я, пожалуй, не хочу. Глава первая. Надо было перед записью вибрацию выключить и режим полета поставить. Так, тут у нас котел, я так понял. Или генератор какой-то. Всякие ящики, полки стоят. Какая-то статуя. Манекен написано. Ну да, манекен, я знаю. А живет потом, будет за мной гоняться. Что? Посмотри, короче, на панели, она откроется или что? Ну ладно, пойдемте. В подвале я-то не был ни разу. Сюжет карты я еще читал на сайте. Написано было, что отец запрещал мне заходить в подвал. Офигеть, вот это анимация. Капец. Блин, блин, уйди, 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 уйди. Он ушел? Вот это сейчас реально стрёмно было. Я проснулся. Опять. Опять это был сон. Такая огромная комната, как будто для великанов, для каких-то. Мама? А где ты маму увидел? Папа? А, это он зовет Грим. Что еще ты скажешь? Грим ушел. А куда Грим ушел? Черт. В зеркало смотреть не лучшая идея. Блин, сейчас надо их искать. У нас потерялись родители и брат. Опять звук. Сколько время уже? Я должен пойти в постель. 12 часов ночи. Но мы не все посмотрели. Давайте еще раз в подвал сходим. Так, подвал. Я не должен идти в подвал. Ну хорошо, хорошо, не надо так не надо. Пойдем тогда в постель. Раз уж он сказал, надо идти спать дальше. Че так посреди ночи просыпаться? Но я, если честно, вот обожаю ночью просыпаться, а там что-то делать. Ночью спокойно, тихо, там никто в интернете не шарится, электричество халявное, можно сказать. Все, давай опять спать. Раз уж ты такой нетерпеливый, ложись, спи. От кошмара проснулся, наверное. Так, в комнате темно. Все, я глаза закрыл и сплю. И что так тихо? Я проснулся. Что на этот раз у нас?
Тут по-прежнему все без изменений. Ага. Грим. Грима нету. Куда грим делся? Он же со мной спать ложился. Ванная. В ванне никого нету. Погнали тогда на первый этаж. На первом этаже сейчас надо будет... Твою мать. И в подвал. Конечно. Что-то у меня подвисает. Нагрузка сильная. На этот... На оперативку на телефоне, блин. Капец, чьи-то следы. Они ведут туда, в подвал. Это сиреноголовый? Капец. Я на превьюшку как-нибудь сфотаю его. Все, заходим в подвал. Я не могу в подвал зайти. Ладно. Ну, раз уж я не могу в подвал зайти, то что тогда я могу сделать? Опять спать идти, что ли? Или же вновь надо ключ найти от подвала? Но тут пусто везде. В ванну я заходил. Господи, рычаг, твою мать, я так испугался. Не, в подвал он не хочет идти. Не, не хочет, не хочет. Ну окей, что тогда, куда пойдем? Сюда? На телеке что-то... экстренное что-то сообщение. Do not attempt to... Че, я не понял. Выключи свет и... будь тихим. Я правильно понял? Авиан, ты где? Я что-то нашел там. Открой дверь. А, батя вернулся. Батя вернулся. Капец. Батя, конечно, вернулся. Капец, батя. Ты умер. Карту я оставлю в описании, как наберем 30 лайков на этом видео. И вы сами сможете поиграть. Ну, а с вами был Авиан. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.